Ці люди готові до повернення в Україну? Ви знаєте, їх ведь ніколи, ні при яких обстоятельствах, ні при якій власті не спрашували. І не спросять і в этот раз. Но вопрос нужно ставить по-другому. Готовы ли мы получить этот Донбасс? Це було моє друге питання, яке я хотіла тобі поставити. По большому счету, это одно и то же. Ведь там, я всегда говорю, что там выросло целое поколение детей, которые воспитаны на совершенно других ценностях. Они маршируют в шинелях военных лицеев Донецкой Народной Республики по городу Донецку. Тем, кому сейчас 5, 6, 7, 8 лет рассказывают о том, какие героические поступки совершали вот эти белые журавли, которые погибли, я имею в виду так называемое ополчение, у них там специальная программа про них есть, да? Это все идет на протяжении, ну, наверное, начиная с первых классов школы и заканчивая университетами в том числе. И это один вопрос. Второй вопрос связан с теми людьми, которые принимали участие в этом конфликте, в том числе военных преступников, которые сейчас получили российские паспорта. И я, в общем-то, всегда говорю, что реинтеграция этого региона возможна, если, а, мы получаем под контроль границу российско-украинскую, и второй момент перед этим, второй момент, Российская Федерация забирает к себе всех этих людей, десятки тысяч, в том числе тех, которые сидят сейчас в тюрьмах. Що ти маєш на увазі собі? Тобто просто вивозять їх на свою територію. А як ти їх визначиш? Всі умовно, хто має російський паспорт, мають їхати? Ні, це далеко. Ні, ті, які мали відношення до корпусам, це перший момент. Окей, військові. Повністю, ну там не тільки взагалі, там є же і снабженці, і бухгалтерія, взагалі всі, хто мав, хто входив в состав першого і другого армійського корпусу. Це раз. Другий момент – політична кон'юнктура, так називаємо, яка зараз представляє собою окупаційну владу. Це, ну, вони самі збігуть, так сказати, за цим діло не стане. Вот. И третий момент, в общем-то, было бы неплохо, чтобы и забрали тех, назовем их, я не знаю, как их назвать, просто боевиков, потому что там разный состав 2014 года, которые тысячами сидят сейчас в тех тюрьмах. С ними тоже непонятно, что делать, и интегрировать, и забирать их даже в составе, вот в таком составе, в тюремном, да, на нашу территорию, это очень опасно, потому что они когда-то выйдут все равно. И я говорю, что этим людям я желаю оказаться в Российской Федерации больше, чем в тюрьме. Россия достойна забрать вот весь этот, извините, сброд, который пытает и насилует людей, но в данном случае я имею в виду конкретно изоляцию. Да, я знаю, что там есть люди, которые воевали за эти, так сказать, республики, совершенно искренне во что-то верили, потом разочаровались или нет, но они хотя бы не совершали военных преступлений. Они сражались на фронте, да, это враги, да, они должны сидеть в тюрьме, но если Россия их заберет, на здоровье, да. А вот эти люди, да, их на самом деле даже сажать, я не знаю, если они окажутся в Российской Федерации, вот в таком глобальном составе, то Россия посмотрит на самом деле, что она создала на этих территориях, а какая у нее будет криминогенная ситуация в том регионе, в котором они окажутся, что они начнут делать, потому что они не способны больше ни на что, кроме как насиловать, убивать и отжимать чью-то собственность. И вот если передадут границу, этих людей вывезут, тогда да, возможно, гуманитарная глубокая работа на этом регионе. Но этого никогда не произойдет, это фантазия.